Слава тебе, Иисус, за Голгофский спасенье крест. Я славлю тебя, Иисус, за открытую в небо дверь. Спасенье ты даровал, в книгу жизни записал, на кресте за нас пострадал. Помоги быть верными до конца, не утратить Божий дар, хранить святость во всех твоих делах, чтобы, придя к твоим ногам, увидеть в твоих глазах светлый любящий отцовский взгляд, чтобы, придя к твоим ногам, увидеть в твоих глазах светлый любящий отцовский взгляд. Сердце чистое сотвори, Боже, дух правый обнови. Дай мне сил бороться со злом, окружающим со всех сторон, чтобы через все мысли и дела мог прославлен быть Бог всегда. Хвала непрестанно была. Помоги быть верными до конца, не утратить Божий дар, хранить святость во всех своих делах, чтобы, придя к твоим ногам, увидеть в твоих глазах светлый любящий отцовский взгляд, чтобы, придя к твоим ногам, увидеть в твоих глазах светлый любящий отцовский взгляд. Вдруг задумайся ты теперь, есть ли уверенность в спасении? Можешь ли ты сказать: я твой, Иисус, приходи за мной? Может, завтра настанет день, встретишь Бога на облаках, и как взглянешь ты Ему в глаза? Подумай, где ты вечность проведешь, этот выбор за тобой, этот выбор не на день, ни два, ни год. Ведь не знаешь тот час, когда встретишь ты Господа Христа. Так спеши скорей сделать верный шаг. Ведь не знаешь тот час, когда встретишь ты Господа Христа. Так спеши скорей сделать верный шаг.